Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я играю в новую игру под названием Cartoon Fall. Что переводится на русский вроде как падение коробки или падающие коробки. Ну и собственно давайте начнем. Так, кстати, тут можно уволиться. Но уволиться это просто выход. Так, ну давайте новая игра. Да, я уверен. Так, я проснулся непонятно где. В какой-то клетке. Это на пилу немного смахивает, да? Такой я очнулся в клетке. Тут у нас телевизор, который я вроде как должен включить. И, собственно, мне сейчас скажут, я хочу поиграть с тобой в игру. Так, поиграй меня. Так, нажмите сейчас. Так, посмотри меня, пожалуйста. Эй, как жизнь? Хорошо ли спалось? Так что теперь мы повеселимся. Мы будем играть и играть и играть столько, сколько мы хотим. До конца. Только ты и я. И коробки. Вначале давай поиграем в поиске ключа. Где можно спрятать ключ? Давай подумаем. Может быть, в какой-то большой белой коробке с нарисованным ключом? Ну, увидимся. На следующем складе. Так, в общем-то, для вас я специально наложу уже нормальный перевод сделаю. Для меня перевода здесь нет. Я и то, что насколько сам понимаю. В общем-то, он говорит, я хочу с тобой сыграть в игру. Короче, говорит, найди ключ в коробке. Там типа... Ну, то есть я не хочу сыграть, я хочу поиграть с тобой. Я хочу играть, 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 типа того. Короче, говорит, найди ключ в одной из коробок. Так, Пума. А, Зума. Лягушка. Так, найди ключ в одной из коробок. И встретимся в следующем... Короче, в следующем доме. Ну, или типа комнаты. Так. Она не активируется, да? Ой. Сломал. Так, ну вот, собственно, ключ, я так смотрю. Все, я понял. Так, забрать ключ и положить его в замок. Открыть дверь. Так. А, он тоже на Е берется. Все, я понял. Так, а давайте посмотрим, что... Рубок. Так, это у нас что такое? Вот это я не вижу, что это так. А... Америка, оф Америка. Не могу разобрать, что за первое слово написано. Так, рубок. Что у нас, кстати, в рубоке лежит? Ничего. Зума. Это у нас тоже рубок, да, я смотрю? Рубок. Так, подобрать оборудование. А, ну все, я понял. Так, тут у нас что? А что, больше нет таких прикольных коробок? Там типа зума, рубок. Нажмите Q, чтобы открыть инвентарь. Ключ у нас сверху. Все, я понял. Так, он опять у нас рубоки. Ключ сверху говорит. Хорошо. Это что такое? Это у нас мяч. Я думал, это типа какой-то диск или типа того. Вентиль, а это, оказывается, у нас футбольный мяч такой. Смотрите, как его закинул четко. А он что, теперь не упадет? Все, упал. А представляете, если бы, короче, ключ точно так бы застрял бы, и мне бы не в чем было. А, ну, хотя, в принципе, коробки можно кинуть. Так.
Так, бежать. А зачем? А, с разбегу прыгать. Это, кстати, что-то за ящик такой большой. А это... Или это бетонная колонна? Это... Скорее всего, бетонная колонна. Power Renders. Ну ладно, это уже неинтересно. Так, КТРЛ я уже давно-давно находил. Так. Коробка с вопросительным знаком. Кстати, это как в Бэтмене. В Бэтмене какой-то персонаж был, загадочник или типа того, я не помню, как его называют. У него именно вот точно такой же вопросительный знак, такого же цвета был нарисован. Интересно, это пасхалка или как? Так, это у нас баскетбольный мяч. А, ну все, я понял. Нажмите F3, когда значок глаза активен для использования ультравидения. Для чего это надо? А, ты мне типа коробку подсвечиваешь. Хорошо, понял. Вот так вот. Кстати, тут какая-то новая коробка. Ну-ка давайте. А, это рубок. Зума и рубоки тут у нас. Ничего себе, какой большой баскетбольный мяч. А я его подобрать в инвентарь обратно не могу, да? На его сорно могу второй раз кинуть. Так, ну-ка давай, бери ключ. Выход! Я справился. Как тебе наша игра? Видишь, какой красивый замок я построил для тебя, как в сказке, не так ли? В высоком замке ключ спрятан сверху. Если ты получишь его, храбрый рыцарь, ты сможешь выбраться на свободу. Вовсе нет, просто шутка. Ты ведь не веришь в сказки? Мы не расстаемся так быстро. Так, ну хорошо, хорошо, шутит он тут у нас. Поспеши. На вилла. А могу я? О! А я сейчас телевизором кинусь. Смотри, что я умею. Так, это что? Шар для боулинга? Ой, теннисные мячики. Так. А, все, я нашел. Так, как мне его теперь достать? Ультра Геймс. Так, а что у нас тут имеется? Шар для боулинга. А это что такое? Какие пользоваться-то? А, она, наверное, меня вверх подбросит. Так. Какой-то волк. Ты... Дурацкая курица. Так, я так... Я понял, что мне надо сделать. Так, ну ключ у меня упал вниз. Так, прикольно так, кстати. Как мне наверх забраться? А, ключ он внизу. А я мог бы сам бы, кстати, допрыгать. Шар для боулинга. Это, наверное, вот этот сумасшедший чувак с коробкой на голове все построил. А, так это я уровень прошел. Ну давайте следующий уровень. Ничего себе, он тут у нас типа собора или что это такое? Здесь вода, но не для купания. В ней есть яд, поэтому лучше, чтобы туда ничего не упало. Короче, горит, в воде нельзя плавать. Это не вода, потому что. Ну. Я бы тоже бы сказал то, что это не вода, потому что, судя, если по воде, если это вода, то она протухла. И очень давно. Так. О, у нас ключ на самом верху, да? А как нам?
Так, а нам надо как-то наверх попробовать забраться. А как нам это сделать? Так, хорошо. Так, а я... Блин, шар для боулинга взял. Так, а как мне тогда забраться наверх? О, вот тут можно забраться, отлично. Так. А вот здесь уже не получается. Хотя нет, есть возможность. Так, я тут все поломал, к сожалению. Так, а тут больше дальше не забраться. Хорошо, давайте вот так вот все сбивать будем. Так, где ключ? Вон он. Кстати, а нельзя делать так... А нельзя делать, чтобы он упал-то? Там же под нами вода. Так, ключ... Ключ сломался. Блин. Ключ в воде. Как его перезапустить-то? Так, всё, я понял. Здесь вода, но не для купания. В ней есть яд, поэтому лучше, чтобы туда ничего не упало. Я ключ в воду уронил, к сожалению. Так, нельзя, значит, бросать пока шар для боулинга. Так. У нас типа паркур. Так. Я вот по этой должен был наверх залезть. По этой башне. А я ее сломал. Ну все, мне опять не забраться наверх. Так, а если я... Так, а если я сейчас как-нибудь себе... Путь построю сам. Например, сюда коробку поставим. Не падай. Так, зря ты. Сейчас давайте я все ступеньки выдвину. Так, как бы это сделать лучше? Так. Ой-ой-ой, сейчас упадет ключ. Все, ключ сейчас упадет. Я не успел. Да, я понял. Может, его попробовать как-нибудь отсюда сбить? Он ничего себе, как он умеет высоко бросать. Ну-ка, кидай. Ключ упал вниз. Так, вот ключ, я его сбил. Отлично. Надо было сразу сбить его, короче, а не лезть наверх. Сорок девять секунд. Бум-бум-бум, бум, коробки скоро взорвутся. Осознайте опасность, как техасский рейнджер. Так, говорит, эти коробки опасные. Так, и тут несколько ключей надо, смотрите-ка. Динамит. Так, это у нас что такое? Ой, это была аптечка, это если меня покоцает. Так, а я знаю, что можно сделать.
Короче, вот тут у нас ключ хранится, а я... Если бы я вытащил и сломал бы коробку, то это упал бы, и меня бы, типа, взорвало бы. А я просто издалека кину такую коробку. Так, а где у нас выход-то? Так, вот у нас дверь. Ничего себе, ты сколько здесь замков? 5 или 6 штук напихал? Еще 4 ключа надо. Что ты тут прячешь за эту дверь? Что столько замков понаставил? Так, ну-ка. Так, это мой динамит взорвался. Второй это был этот, как его. Коробка, короче, была. Коробка со взрывчатыми веществами. Так, вот сюда надо динамит закинуть. Как-нибудь. Сейчас. Вот. Все, ура. Так она еще и на коробку со взрывчатыми веществами упала. Так, 2 замка осталось открыть. Так, как бы нам туда закинуть? Вот, кажется, я знаю, как нам надо. Вот сюда надо закинуть динамит. Нет. Чуточку пониже. Вот так вот. Вообще куда-то за текстуру улетело. Так, а все, у меня динамит закончился. А, он у нас... У нас динамит бесконечный, он падает снова и снова. Так. Давайте вот сюда закину. Так, а как... Так, все, я понял. Он должен просто скатиться. Так, нет, надо вот как-нибудь вот так вот закинуть. Что-то он не хочет оттуда вылетать. Так. Десять штук? А, я могу максимум с собой 10 штук брать. Так, а если я вот как-нибудь вот так закину? Нет, так не идет, не пойдет. А если вот так вот? Он меня ушатал. Все, наконец, скатился. Так, теперь надо как-нибудь вот ту коробку достать. Так. Так, а если я как-нибудь вот так вот попробую закинуть? Надо было сразу так делать. Так, а это еще не все. Он даже коробку не сломал. Странно. Я думал, он коробку ломает. Ай, блин, его же надо на Е брать. Точно. Так, все, прошел. Но четвертый уровень был очень долгий. Так, 5 уровень. Опять тут что-то настроил. Так, заметьте. Ох, жизнь, жизнь как фейерверк. Она может взорваться в твоей руке, но тогда ты окажешься в больнице. Но если с тобой что-то случится, я не отвезу тебя в больницу. От меня никуда не деться. Говорит, любит фейерверки и взрывы. Так, это у нас что такое? Давайте посмотрим, кстати, что это такое.
А, это кислота у нас. CHN. Это азотист. Так, это азотное или азотистое? Нет, это совсем другое. Не знаю, как эта кислота на самом деле называется. Потому что тут еще и углерод имеется. Я такие... Не знаю такую кислоту. Так. Один ключ найден. Так, нам надо сейчас как-нибудь достать другой ключ. Кстати, а где он у нас? Так, он у нас там где-то. Так, здесь мы прыгать не... А, вот тут мы можем вот так вот запрыгнуть, кстати. Так. А, у меня тут... Кстати, ключ где-то вот здесь. Давайте я фейерверк запущу. Он наверх же, да, запускается или как? Нет. Он как-то странно. Так, я знаю, что надо делать. Вот так вот давайте сделаем. Ой-ой-ой. Коробками завалит. Так, надо отсюда убегать. Еще мост сейчас сломается. Так, коробка почти упала. Так, если я сломаю мост, то мы пройти не сможем. Надо поаккуратнее быть. Так, где, коробка где-то здесь, с ключом. Вот ключ. Мне очень сильно повезло. Так, а я подобрать не могу ее. Кстати, а я могу закинуть? Давайте вот... Ой. О, нет. Так, ладно, перезапуск уровня. Так, там лестница есть. Ох, жизнь как фейерверк. Она может взорваться в твоей руке, но тогда ты окажешься в больнице. Но если с тобой что-то случится, я не отвезу тебя в больницу. От меня никуда не деться. Так, я не буду выход из рук. Ну, пойдет, в принципе. Я не хочу выход взрывать, иначе у меня, короче, мост начнет рушиться. А мне мост нужен для того, чтобы вернуться. Обратно. Так. Так, а дальше куда? Надо вот как-нибудь вылезти отсюда. Так, а я же могу выбросить коробку. Так, она не хочет падать. Мне тут вот эта коробка мешает. Теперь на меня много-много коробок стало падать. Так, вот так даже лучше будет. Так, вот я вижу ключ. Самое главное, чтобы он в воду не упал. И я, чтобы не упал вниз. Блин. А я вниз упал. Так, давайте тогда я первый ключ возьму хотя бы. Мост сломан. Так, и у меня ключ упал вниз. Так, а как нам его достать? Ох, жизнь как фейерверк. Она может взорваться в твоей руке, но тогда ты окажешься в больнице. Но если с тобой что-то случится, я не отвезу тебя в больницу. От меня никуда не деться. А если я вот так вот сделаю? Так. Мне в сторону никак не удастся наверх забраться. Каким-то образом надо наверх попробовать залезть. Так, у нас левая сторона моста вообще скосилась.
Так, ладно. Так, как я отсюда... Так, давайте попробуем туда сейчас кислоту забросить. Так, это плохо. Потому что я сейчас застрял в коробках этих. Так. Надо как-нибудь на соседнюю башню попробовать залезть. Так, а тут у нас никак не получится. Ой, я ее сломал. Так. Ну-ка. Все, я запрыгнул. И вот так вот. Так. Ну-ка, уйди отсюда. Давайте я вот попробую закинуть ключ вот туда вот. Так, все, отлично, трехочковый. Так. И этот ключ тоже надо сразу закинуть. Туда же. Все, отлично. Так, мост у меня целый. Ну, то есть у меня и левая, и правая часть моста свалилась, а вот посередине пока что можно пройти. У меня, кстати, есть одна идея прикольная. Мост подорвать. Сейчас я попробую мост подорвать. Так, мне нужен динамит. Вот так вот. Так, нет, я здание подорвал. А, он у нас не подрывает. Так, кстати, а что делает огнетушитель? Так, у меня есть другая идея. Сейчас давайте попробуем запульнуть вот в эту взрывчатую коробку. Фейерверк. Прикольно же разрушать башни из коробок. Ну ладно, я разрушил все. Так, меня все еще интересует, как работает огнетушитель. А, все, понял, понял. Он просто летит вперед, например. А кто-то ведь очень много времени потратил для того, чтобы построить эту башню. Я ее просто разрушил в считанные минуты. Так, ну и последний ключ. Так, завершён. 5 уровней я прошел. Так, ладно, думаю, на этом мы тогда закончим. Как раз ровно 5 уровней. Возможно, я буду по 5 уровней проходить, если время мне будет позволять так делать. Если нет, то, возможно, где-то я больше пройду, где-то меньше. Но сейчас уже прошло почти полчаса, поэтому я на этом закончу. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока!